Городской совет депутатов Рыбинска вчера сотрясали горячие дискуссии. Темой прений стало повышение стоимости месячного льготного проездного билета. По сообщению телекомпании «Рыбинск-40», директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Николай Шишкин просил увеличить цены проездных для студентов, школьников и малообеспеченных на 25%. Для городского бюджета цена вопроса 9 миллионов рублей. Депутаты Рыбинского ЗАГС-собрания сочли доводы администрации города неубедительными. Предложение повышения не прошло. Глава Рыбинска Юрий Ласточкин, как сообщает информационное агентство Ярновости, ушел с собрания в раздражении, хлопнув дверью. Нельзя оглядываться по сторонам. Вы сначала делаете уровень жизни в городе лучше или на уровень Ярославля, а потом скажите, ребята, так и так. Выступаете по телевидению, встречаетесь с людьми, объясняй людям. А так идти на обострение и ждать, когда народ выйдет на улицы. Сегодня поднимаем мы проездные. С 1 июля пытаются поднять проезд в городе 16 рублей делать. Потом коммуналка поднимется процентов на 15, власть поднимет. Ну что у нас, бездонная яма у людей в карманах. Сколько можно издеваться над народом? В итоге этот вопрос вчера не прошел. На заседании совета было 17 депутатов, 4 были за, 3 воздержались, 10 проголосовали за. Естественно, вопрос не прошел. Я рад, что я и те депутаты, которые